Всех приветствую, мои дорогие! В этом видео хочу вам показать свои небольшие покупки из разных магазинов. В магазине Beauty Market купила вот такой гель-лайнер для контура глаз от Maybelline в оттеночке коричневый. Вот так выглядит. Но открывать я не буду, потому что я купила не для себя, а на подарок. Вот такая здесь информация. И вот так выглядит. Баночка и кисточка. Дальше в магазине L'Etoile купила я три бальзама для губ. Купила для себя и на подарок. Первый бальзам у нас вот такой симпатичный в виде совы. Это у нас идет бальзам шоколадный. И давайте покажу, как он выглядит внутри. Никаких дополнительных пленочек, какой-то защиты здесь не было. Вот так, как я вам показываю, так они и в магазине были. Вот так он выглядит. И, знаете, по аромату я как-то вот особо шоколад не почувствовала. Какой-то такой, ну, может, химозный шоколад. Вот так выглядит. Здесь 3 грамма. И когда вы закрываете или открываете, вот так раз защелкивается, щелчок такой раздается. И купила еще вот такие бальзамы. Там такие бальзамы были с разными ароматами. И сама упаковка разных цветов. То есть, допустим, с ароматом персика, по-моему, такого персикового цвета была упаковка. С ароматом лесных ягод такого фиолетового цвета. Но мне захотелось взять именно с ароматом дыни. Такая здесь у нас информация. И вот так он выглядит внутри. Тоже никаких недополнительных пленочек, ничего не было. И вот здесь уже действительно приятный аромат дыни. И уже дома в пакете с покупками я заметила, что мне в подарок положили пробник. Даже удивилась, потому что обычно, даже когда я на большую сумму делала покупки, никакие пробники мне в подарок не клали. А здесь вот положили от L'Oréal пробник какого-то крема, как я поняла. Вот такая информация. И последнее, что я вам хочу показать, эта покупка была сделана в магазине, который называется вот так, по-моему, The Body Shop, если я правильно читаю. Вот так название выглядит. Это если я неправильно называю. И в этом магазине я приобрела вот такой набор. Этот набор я тоже купила на подарок. Сначала я думала купить отдельно такие баночки, но когда мне консультант показала набор, то я решила, что набор все-таки на подарок выглядит симпатичней. В этом наборе у нас 3 масла для тела с разными ароматами. И также мне консультант сказала, что у каждого этого масла свои функции. Ну, то есть какое-то увлажняет, какое-то, допустим, успокаивает. Я сейчас точно так не запомнила. Но вот именно мне сказал консультант, что у них разное воздействие. Это у нас клубничное, это кокосовое, а вот этот аромат вот так называется. Я сначала думала по рисунку, что это апельсин, но судя по названию, это не апельсин. И давайте покажу сзади информацию. В каждой баночке объем 50 мл. Вот информация. Я думаю, здесь вот названия видны. Вот так выглядит коробочка. И хочу сказать, что вот это зачеркнутое, это мне консультант, когда услышала, что я этот набор покупаю на подарок, мне консультант вот здесь цену зачеркнула. Так что это не срок годности зачеркнуто, это именно цена зачеркнута. Вот так выглядит наборчик. И это были все мои покупки из разных магазинов. А вам всем огромнейшее спасибо за внимание и до новых встреч, до новых видео.